Как вы думаете, спелый или не спелый? Я... У Боньки жених есть. Его две я заплела. Как я буду без вас? Будет так скучно. Будь здоров. Всем приветик, ребят. Привет. Ага, как он, нормальный, удобный? Да. Светло-желтенький. Немножко потом с кожей, да, сливается. Да. Я себе... Нет, я себе другой заказала. Черный, так... черный. Нет, я заказала себе это. А он, знаешь, немножко Бабочка. Такой зеленоватый цвет. Так, сейчас папа поедет за таблетками вам, чтобы вас не укачивало. Возьмет таблетки, возьмет капли в нос Ксюши, в глаза. У нее аллергия, может быть. Да, крем от солнца. И все. Что там? А, еще пластырь взяла? Есть пластырь? Да, уже. Все хорошо. И от комаров. Тоже там. Обязательно. А этот спрей папа еще хотел купить. Какой? Спрей от комаров, чтобы выжить. Там он мне дал. Это цеки, это то же самое. А, то же самое? Да. Я сейчас буду расплетать косички. Мне очень интересно, что получилось. Будем расплетаться. Че? Носа. Ух ты! Кудрявенько. Но вчера было очень жарко. Но все равно. Не снимай, она смыкается. Что? Все. Ух! Ну вот тут, конечно, возле корней не очень накрутилось, но так прикольно. Такие кудряшки. Это еще быстрее, чем я плойкой накручиваю. Обычно я накручиваю плойкой. Вот такой вот плойкой я накручиваю. Вот. Это не так круто, как косички. Как тебе больше нравится, косички или плойка? Косички. Косички? Ну, плойка это долго. Плойка я накручиваю где-то час. А косички две заплела и все. Утром проснулась и волосы волнистые. Мама, у меня нормально сесть сзади? Нет, нормально. Нормально. Косичек еще нет. Я думаю, что не нужно сбривать. Это кто возьмет фонарик? Нет. Еще один есть фонарик? Нет. На саках мастер есть фонарик. Вот эта вот штука, мы ее с собой возим в машине, потому что вот этой вот можно разбить стекло, если... И ремень. Да, и порезать ремень можно. Вот. Да, вот. Вот эта вот штука. Если авария, да, нужно разбить стекло или ремень отрезать. Вот это вот хорошо режет, это нож. Можно телефон тоже разбить. Можно? Угу. Делать? Нет, конечно. Все, сегодня проверяем сумочки, рюкзаки, все вещи. Мама, косички. Косички заплетаем. Мама, ты меня как всегда разбудишь завтра? Уже если мне надо в полдесятого. Я знаю, когда Каролина с Максом будут уходить, вы сами проснетесь. Нет, мне просто в 7 часов. Да. В 7 часов, хорошо. Я с тобой к Максу Каролину. Ладно, в 7 часов разбужу. Мам, арбуз. Так, давайте завтракать. Убери фонарик свой. А завтракать мы будем арбузом. Таким вот большим. Время уже 10:30. Ребенок спит. И не просыпается. Вот так вот он спал всю ночь здесь на диване. Я не знаю, как она выдерживает такую жару. Между прочим, где она лежит, это металл. И он нагревается быстро. Папа вчера наступил. Это гриль. Да, вон она, видишь, уже согрелась. Папа вчера наступил, и он себе обжег ногу. Как она там лежит, я не знаю. Баба. Сейчас она курочку возьмет, она без курочки не зайдет. Нет, пошла туда. Так, как вы думаете, спелый или не спелый? Да, когда вот такое пятнышко желтое, значит, оно долго лежало на земле, папа купил, и он созрел. Папа купил один желтый, один белый. Протрем. Вот так вот. Пока не трещит. А почему ты не вот так вот? Мне так нравится. О, пошел. Вот так ты думаешь, не надо, не надо. Два, три. Вау. Я буду ее подождать, смотри, мамка. Вот трескается. Оп, это хорошо. Мама, это тарелку. Сейчас опять нас мураши атакуют. Тарелку.
большую такую, которую мы вчера. Алло, мам, это арбуз тоже мне, тебе, ну, для всех. Да, мам. Мам! У Боньки жених есть. Женище. Мама! Приносим тарелочки и кушаем. Жарко, жарко, жарко. Макс, тебе не жарко? Я открою шторки. Тебе не жарко, Макс? Да. Да? Переоденься. Футболочку надо надеть. Вчера вон накосили травку. И теперь нужно убирать. Очень много. Это Ксюша должна взять того для глаз. А и... папа написал, что? Да. И это от укачивания. Сколько таблеток надо выпить? Одну. Это крем мне, да, от ожога. Ну, у меня уже прошло. Че? Нужно обязательно выходить в 9:25. Да. Все готово? Пойдем, мы погуляем немножко в город. Каролина уехала к бабушке. Она вчера у нее ночевала. Мы сегодня... пятером. Надо что-то перекусить. Макс хотел Бонни взять, но там так жарко. Мы вчера ходили с ней, гуляли. Мы во сколько мы поехали? Мы где-то в 10 часов ночи поехали гулять в центр города. Вот. И было хорошо, прохладненько. Приехали перекусить, потому что мы сегодня утром только арбуз поели. Больше ничего. Чего поели? Арбуз мы только сегодня ели, больше ничего. Не покупали, да, Макдональдс уже... недели две точно, если не больше. Вот сейчас перекусим и дальше поедем. Взяли Happy Meal. И у нас вот такие вот Пикачу серию. Покажи. Да, в ТикТоке было. Мам, смотри. Ну это лакар фасоса. Вау, круто. Вот такие вот тут конвертики. И тут можно открыть. И там внутри есть пакетик вот такой. Наклейки даже есть. И вот эта вот, не знаю, карточка какая-то. И плюс игра. Сколько тут карточек? Раз, два, три, четыре карточки. Ну что, поели? Нет еще? 26 градусов на улице. Выкидывать. Куда пошла? А, мусор выкидывать. Она могу. Больше фантазия. Хорошая сегодня погода. Ветерочек. Хоть и жарко, но ветерок прохладный. Решили посидеть. На скамеечке. Кто будет купаться? Почему вы купальники не взяли? Ты же хотела купаться. Передумала? Мы приехали за Каролиной. Немножечко посидим у бабули, домой поедем. Не хочешь в лагерь, но оставайся дома. Давай я вместо тебя поеду. Я поеду как Ксюша. Я надену твою одежду. Твою панамку, и никто ничего не поймет. Привет, красавица. Соскучилась? А мы соскучились. Нет. Домой поедешь? Нет. Почему нет? Поехали домой. Нет. Завтра школа. Ну, поехали. Нет. Если бы не школа, мы бы тебя здесь оставили. Да? Да. Вот когда будут каникулы, может, к бабуле приехать хоть на неделю. Да? Да. Аллергия на школу у нее, видишь? А мы знаем. Спокойно, никто тебя не трогает, никто не обижает. Димпл, паппет сквиш, паппет сквиш, паппет сквиш. Что? Паппет сквиш. Она украла мой чупа-чупс. Верни на место. Это мой чупик? Нет, верни. Най. Верни, говорю. Най. Ксюш, забери. Я сейчас съем. Быстрее. Она его так сделала. Все, садитесь быстро. Подождите.
Макс, пусть подключит этот свой, подключит. Пап, засорвает. А Каролине оставили карточки? Да. Дали ей? Ну-ка, засунься. Нет. Да, здесь я нельзя. Привет, Бонечка, привет. Привет, Зайка. Карин. Карин. Я скучалась. Пойдем на улице заплетать, наверное. Ксюш, все, садись, голову назад откидывай. Мама, я не хочу только две косички. Я тебе много буду, садись. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights. Так еще много, только две заплела. Вот такие вот две я заплела. Почему две? Так я все буду вот тут еще. Мне кажется, тут еще три поместится. Раз, два, это что три это? И здесь три. Это вот что это, всего мама? Восемь. В смысле, что это? Косички? Косички. Ну да, не видишь? Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Look at this. У меня уже поясница отваливается. Камеру ты просто повешаешь на шею, потому что я тебе сумочку дам специальную. Ее не нужно в рюкзак положить. Все, наконец-то. Закончили. Можно посмотреть? Вот здесь вот пропустила одну, посмотрите, вот длинная. Может ее немножко чикнуть? Вот это вот. Да. Вот так вот покороче сделать, ага. Чтобы она у тебя не висела на лице. Все, готово. Так, Маргарите я заплету утром завтра. Она хочет просто две косички. Такие же только две. Да? Завтра заплету. А сейчас уже время сколько? 8 часов? 9 час? Открыла сейчас Инстаграм. Девочка мне написала, то, что она нарисовала Ксюшу. Смотрите, как прикольно получилось. Такая вот Ксюша в панамочке в своей. И в зеленой футболке. Здорово. Ксюше тоже понравилось. Так. Что мы тут делаем? Девочки. Телефон оставляешь мне? Я на твой телефон буду снимать влог. Камеру ты заберешь, а я буду снимать на телефон. Ты нашла свою панамку черную? Нет. Мама, ты оставила у Норы. Она сказала, она тебе завтра принесет. Каролина уже чистила зубки, давай. Пижама, где твоя? Это твоя пижама, что ли? Да. Да? А где твое одеяло? Иди неси. Нет. Давай, неси, давай. Нет. Мои девочки завтра уезжают. Как я буду без вас? Будет так скучно. Без вас, говорят, скучно всегда. Да, без тебя тоже. Нет. Ну и сладкие такие. Хорошо себя вели там, чтобы понятно? Мы чтобы не дрались, мы друг друга не обижали. Понятно? Все, ребят, ладно, давайте до завтра. Завтра влог будем снимать, как девчонки будут собираться уезжать. А потом, я не знаю, если вы хотите, чтобы я влог снимала сама, без девочек, не знаю. Скучно, наверное, будет. В общем, если хотите, буду снимать. Нет, так будем ждать девчонок, пока они приедут. Вот. Так что все. Всем пока. Увидимся завтра.